замечательный пирог с грибами, картофелем и курицей, он отлично подойдет как угощение к праздничному столу, очень вкусно его кушать, запивая свежим молоком, обязательно приготовьте. Перед вами классический рецепт приготовления грибного пирога. Сам по себе пирог вкусный и в теплом, и в холодном виде, иногда его подают в прикуску с куриным бульоном, но я предпочитаю со стаканчиком холодного свежего молочка, в любом случае, вам должно понравиться, удачи в приготовлении. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте все продукты, овощи промойте. Натрите отварной картофель на мелкой терке, добавьте соль, перец, муку и яйца, муку усыпьте по чуть, нужно замесить тесто. Обжариваем на масле лук, до мягкости. Добавляем измельченную отварную курицу, обжариваем вместе с луком. Ставим лайк и подписываемся. Кладем грибы и зелень петрушки, соль и перец по вкусу, тушим 10 минут. Смажьте противень маслом, выложите тесто и сделайте бортики. В середину выкладываем начинку, для заливки взбейте яйца со сливками и полейте сверху, дополнительно добавьте соль и перец по вкусу, запекать в духовке 25 минут, температура 180 градусов. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Продукты и их количество, далее. Картофель отварной, 400 грамм, в мундирах. Курица вареная, 250 грамм. Яйца, 3 штуки. Лук репчатый, 1 штука. Шампиньоны, 200 грамм. Петрушка, 0,5 штуки. Пучок. Мюка, 200 грамм. Сливки, 200 миллилитров. Соль, по вкусу. Масло растительное, по вкусу. Количество порций, 4-5. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Жду вас снова.